В селе Талдыкуль Махамбетского района с участием акима области Серика Шапкенова состоялось открытие фельдшерского акушерского пункта на 25 мест. Этот пункт стал первым из 18 медицинских объектов, которые откроются в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Президентіміздің тікелей тапсырмасы осы елді мекендерде медицинаны дамыту болатын. Мы должны качество и своевременно реализовывать инициативы, предложенные главой государства Касым-Жомартом Токаевым по модернизации системы здравоохранения в сельской местности. Сегодняшнее открытие фельдшерско-акушерского центра является свидетельством реализации нацпроекта. В Атырауской области в рамках нацпроекта «Модернизация медицины в сельской местности» будет построено 18 пунктов, до конца года откроются 3 из них. Объекты будут оснащены всем необходимым оборудованием. Второй не менее важный вопрос – привлечение специалистов для оказания населению качественной медицинской помощи. Врачам, приезжающим работать в сельскую местность, назначается разовая выплата до 5 миллионов тенге. В следующем году планируем повысить ее размер до 10 миллионов тенге. Уверен, данная мера будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи нашим жителям. В здании расположены акушерские, фельдшерские, прививочные, диагностические и процедурные кабинеты. Созданы условия для лиц, относящихся к маломобильной группе населения. Для них с учетом эргономических параметров спроектированы пандус при входе в здание, санузел, переходы между оборудованием и коридорами.